И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Долгую войну 2, продолжаем проходить. У нас очередная миссия, засада на колонну Адвента, поэтому собираю всех тех, кто хочет качаться. Ну, другие в больнице лежат, в общем, зато одеты по последнему писку моды, всякие там усиленные бронеплиты и там... жилеты, адский узор, там, ну, вообще, вот, все, что можно им выдал. Да, как-то так. Погнали. Вот эта вся банда качаться будет, а эти два парня будут их прикрывать. Ну, с другой стороны, там у нас и снайпер. Сразу же ускоряем, потому что я не влазил по времени экипировки, в общем. Так, давай посмотрим. Партизанская школа, тактики. У нас только проникновение больших групп осталось, но для этого надо нам командира нашего качать. Поехали. Шифровка планшета. Давай посмотрим. Мы же брали какую-то кэш данных. Вот так вот. Immediately. Верный огонь. Хорошо. Изучить способность. Ну, даже не знаю. Давай. Потом ему пистолет выдадим. Я надеюсь, что все это обучение не зря у нас идет. Что тут еще? Диверсия. Привлеките внимание. Нет, спасибо. Не хочу. Что еще? Освобождение. Нет. Сиди там. Отлично. Разведданные, это хорошо. Давай. Так, смотрим, у нас вот здесь же где-то 48% пси-врата надо захватить. Да хорош. Ну хорош. Надо, короче, уже после, наверное, после вот этой миссии, я думаю, что мы ускоренными темпами будем к финалу двигаться. Как-то вот так. То есть мы завершим задание по координатам из мозга кодекса, вот эти пси-врата захватим. И потом сразу же изучаем труп аватара, и это будет финишная прямая. То есть, в принципе, я так считаю. Да хорош. Ну, серьезно, вы чё взялись-то? Видите, что творят? Еще какая-то цель. 6 дней. Освободите пленных повстанцев. Новичок, персонал сопротивления. Так, у нас здесь 4 человека, ну, такое себе. В целом можно уже нападать, мне кажется. 23 часа до начала. Заметное, уязвимый. В принципе, можно и подождать. 62. Ну, даже не знаю. Давай еще покрутим. Повторяй там. Еще. Обучение идет полным ходом у нас. Руки молнии. Давай. Отлично, все. Можно начинать. Засада на колонну Адвента 147%. Небольшая активность и готовность уязвимая. Погнали. У нас здесь уничтожить всех врагов. Пригород города Ванкувер. Начинаем. Давайте, ребята, покажите.
Покажите, что новички тоже могут. Такая банда, что прям это. Ну, у нас тут в целом зачистка. Мы в углу и на крыше. Прекрасно. Прекрасно. Поэтому просто сидим и не отсвечиваем, да? Пошли. И сразу раз и первым же ходом спалился на какого-нибудь гражданского наступил. Это было бы забавно. Так, ну в целом, что мы делаем? Берем снайперов. Садим одного сюда. Второго. Пендельф, ты где? Пендельф? Пендельф, ты где? А, Пендельфа нету. Пендельф на базе лодку жрет. Спиртягу с тайганом. Все как обычно. Так. Ну и все, ребята здесь у нас закапываются и сидят, собственно, вот таким вот образом. Все. И не отсвечиваем. Так, вы с пистолетами там. Так, ниндзя. Ниндзя, пошли посмотрим дальше. Прям по полшага. Ага, слышу, слева. Мэки. Мэки слева. А можно нам еще мутонов? Ах ты ж, нифига себе в углу. Вот это я. Чё-то я промахнулся. Ой, я помню вот это вот место. Мы как-то пинались же. Тоже подобное прям было, да? Здесь еще мутоны бегали. Не знаю, помнит кто, не помнит. Это вот было прям такой кусок карты. Так, вышка. Ты сюда? Вышка. Не дотягиваешься? Тогда мы, наверное, немножко поменяем дислокацию. Давай ты сюда. Снайпера сидят. Парень с дробовиком, наверное, имеет смысл куда-нибудь на передовую. Пулемет наверху. Все хорошо. Давай, покажи мне кого-нибудь. Пора уже начать стрелять, в конце-то концов. Мэки где-то там топают. Пошли посмотрим. Нет? Может быть, сюда? Может быть, сюда? О, о, кого-то видим. Шикарно. Одного только видим, сейчас бахнем и забегают, как тараканы, да? Давай, двойным. Да нет, наверное, не двойным, наверное, вот так сразу, с меткого глаза, чтоб он сразу загнулся. Бэдищ впечатала его. Так, смерть с небес пошла. О, 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 паника, паника, элитный офицер, хорошо сидит, дрон. И мы только элитного офицера видим. Это как-то не очень классно. 23 хп. Ну, давай, наверное, тогда двойным выстрелом его убиваем. Потому что... мерзкий, мерзкий товарищ. Давай. Мочи. Отлично. Красавчик. Хорошо. Смерть с небес, да? У нас тут свободная перезарядка есть. Свободная перезарядка есть. Давай с пистолетов сидим тогда. Так, там дрон. Помним про дрона. Они далеко. Обнаруживают. Давай, сидим. Пыщ! С дробаша-то с такого расстояния. Нас пальца. Нас пальца. Вот это снайпера. Это я понимаю. Да нифига вы. Так нечестно. Штурмовик 25%. Как вы так далеко видите, а? Ладно, будем считать, он хорошо поворачивался. Текс. Кто тут у нас? Кто тут у нас особо отпиленный? На.
Хорош. Хорош. Просто хорош. Пока снайпера работают. Пока снайпера работают. Вот так вот. Минус 2 брони. Хорошо. Ну, пожалуй, мы, наверное, отступим. Ноль проблем. Отступаем. Боеготовность. Боеготовность. Так, здесь запалят. Ну, нам это и не надо. Шевелиться. Сейчас он побежит. Куда стоять? Совраска. Ну, ладно, значит, паки там. Пошли, с этой стороны посмотрим. По-любому кто-то подкрадывается, нет? Нет. Чисто. Там что, лутецкий пропал? Пофиг. Пофиг. Сидим. Сидим, слушаем. Так, мерзавцы там, да? По-моему, еще справа какие-то змеи, что ли. Что-то я слышал. Что-то я слышал нехорошее. Так. Чисто? Чисто. Пошли вот здесь посмотрим. Чтобы справа не подкрались, нет? Так, на какую кнопку нажать, чтобы сразу все было вот так вот? Угу. Вот они, змеи. Ная. Серпенс. Смотри, сквозь окно, да? Красавчик. О, а ты молодец. Андромедон. Андромедон. И тишина. И все исчезли дружно. Так, элитный солдат. Ну, окей. Только мы его не видим, да? Окей. В целом мы здесь норм сидим. Мне даже нравится. Неплохо. Можно даже отступить, наверное, немножко. Или нет? Или да? Давай, наверное, куда-нибудь. Хотелось бы как-то, чтобы они сюда бежали, а я бы сидел спокойно сбоку. Просто боюсь, что он может вот так как-то побежать и запалить. Ладно, сидим. Так, вы... Вы тоже сидите. Так, ты... Давай, глухая оборона. Вот в первой долгой войне глухая оборона делала так, что не было видно. Вот это хорош. Вот это хорош. Сразу уснул. Ну, он был, конечно, подстреленный уже, но... Так, лутецкий надо будет забрать. Мочите козла. Сейчас же низу запалит. Пиу. Еще кто-нибудь. Пиу. Тра-та-та. Марти. Марти, стреляй. Пиу. Молодец. Отлично. Спас ниндзю от обнаружения. Эх ты ж твою. Нет, не увидел он. Увидел, скотина. Это там подранок этот бегает. Пошел вон. Так, хорош. Уворачивайтесь. Уворачивать. Ах ты ж там. Долбаная Ная. Еще одна, что ли? Офигеть. Смотри, что творят. Ну ты прям в атаку пошел, я не знаю. Что-то ты как-то больно разогнался. Давай. Поспи маленько. Хорошо, работаем. Так, ну наверное снайперами будем стрелять
Ох, тут все горит, да? Тут все горит. Давай вот так. Отлично. И давай, наверное, вот так. Так, с тобой закончили. Блин, надо как-то теряться отсюда. Пулеметы. Вот этого надо прикончить. Засранцы. Здесь прям в чистом поле стоим. Не очень хорошо. Огонь. Угу. Унесло. Так, и перебегаем тогда сюда. 2 хп. Вообще отстой. Так, ты сюда. Здесь надо по наем выстрелить. Спрятаться мы не можем, да? Пошли посмотрим. О, привет. Привет. 2 штуки. 1, 2. Окей. Окей. Так, это была 1. Это была 1. Это была 2. Ну так вот. Хорош. Так, здесь мы переместиться не можем, да? Так, лечение пошло сюда. Мистер Андерсон пострадал. Норм? Да, норм. Хорошо сидим. Так, и все, и ходы прям очень быстро проматываться стали. Так, давай. Лутецкий забираем. 2 ядрышка. Приятно. Перезаряжаемся. И надо как-то вот этот лутецкий забрать. Давай, наверное, вот сюда. Секунду. Точно надо будет вот эти все чихания, кашляния. Так. Ты сюда? Специалист. Давай. Вперед. Посмотрим. Посмотрим, что дают. Большой запас внеземных сплавов. Беру. Внеземные сплавы. Это прям очень дорогая фигня получилась. Очень востребованная. Хорош. Забрали. Так, что еще? Ну, вы сидите тогда. Блин, надо отвезти их все-таки. Что-то зря я, наверное, здесь... Сейчас загорится же. Или потухло тут. Ну давай, ты сюда. Перезарядочка. О, запалили кого-то. Здравствуйте. И все из-за долбанного прицела. Хо-хо-хо-хо. О, здравствуйте, здравствуйте. Так, так, так. Ты смотри какой. Стратегически важную позицию занял, да? Молодец какой. Так, ребята. Надо как бы... 47. Блин. Не очень. А здесь полхода, да? Здесь полхода. Давай, я им выдал голографические целеуказатели МК-3. Сейчас посмотрим. Было сколько там? О, 47, по-моему, было, да? А, давай. Почему бы и нет? Да. Не круто. Так, надо как-то валить отсюда.
валить надо как-то отседова куда-нибудь за полное укрытие. Вот с заборами, заборы, по-моему, вообще не защищают. Так, ну давай, вот сюда, например. Есть. Дальше Марти надо помочь другу. Вот этому. Давай. Отлично. Плюс 30 защиты. Хорош. Боеготовность. Здесь, наверное, мы спрячемся пока что. Это наш такой козырь будет, который мы потом из рукава достанем. Ракеты как далеко у нас летают? Ну, вот на этот, в принципе, рубеж нормально. Поехали. Ух ты, какой молодец. Какой ты молодец. Пиу. Он просто на все это, на рывке, наверное, вперед устремился. Так, эти личные щиты раздали. И все, да? И никто больше не хочет. Так, Марти, может быть, ты добьешь его, нет? Не получится. Так, у него 10 хп. 11-12. Дроны МК-3. Не хухры-мухры. Свободен. Есть. Так, свободная перезарядка пошла. Здесь забираем лутецкий. И оттягиваемся куда-то назад, да? Так, кого-то видим. Кого там видим? Ага. Вот по нему должно сейчас вот отсюда. Ага, отсюда не видим. Вот отсюда видим. 100%. Пошла жара. Тыдыщ. Тыдыщ. Еще тыдыщ. Нормально. У нас же зачистка местности, так что все норм. У нас же зачистка, поэтому трупики мы эти соберем автоматически. Ты отступаешь. Ты мне живой нужен. Хорош. Здравствуйте. Ты бищ. Тайное оружие такое, сидящее в углу, не сработало. Я надеюсь, он на рывке сюда прибежал, да? Так, у тебя молниеносные рефлексы же есть? Да. Прекрасно. Пошли. Ай, ла-ла-лей, здравствуйте. Беглый огонь. Даже беглого огня не надо. Нет, нет ничего приятнее, чем выстрелить в морду, да? Вот таким образом. Так, ну пошли посмотрим. Кто тут? Отлично. Мутон Центурион. Мутон Центурион хочет умереть. Ты бишь. Он расстроен тем, что в него попали, наверное, поэтому немножко мажет. Давай. Ты бишь. Хорош. Вообще просто хорош. Так. Валим. Валим. Мистер Андерсон у нас мазанул немного. Так, ну и здесь. Да не, здесь тоже сидим нормально. Все хорошо. Здорово. Боеготовность, серьезно? Серьезно, боеготовность? Так, кому качаться надо? У нас этот с максимальным званием. Вот этому другу надо качаться. Давай. Ты дыщ. Все. Вообще, изи катка. Изи катка. Одно ранение.
снайперу досталось? Нормально, вылечится. Вылечится, все будет хорошо. Давай. Ох, сколько повышений. Отлично. Давай налетай, мастер ближнего боя. И неуязвимость. Давай неуязвимость. Подбежал с этого, как он правильно называется, с дуплета. Фигакнул кого-то и стоишь неуязвимый. Это, по-моему, неплохо будет. Так, господин студент, серия выстрелов, опасная зона. Берем. О, да. О, да. Дениска Тунин. Маскировка давай. Хорош. Так, с тобой, значит. Еще одно повышение. Господин Соколов у нас беглый огонь. Хорошая реакция, да, наверное? Да, пожалуй, берем. Отлично. Кучу трофеев, три ядрышка, модифицированные всякие разные прицелы, ПБМы, трупы. 46 материалов, плевать. А, слушай, мы же это... Где-то мы сплавы же. Большой объем сплавов. 11? А, вот инопланетные сплавы, 20, да, это, вот они, инопланетные сплавы, 11 это за миссию, наверное, а 20 это за, или нет, или наоборот, неважно. Так, труп Андромедона, все дела. Так, ну и в целом все тогда, на этом будем заканчивать. У нас остается что? У нас остается вот эта вот миссия, которая слишком долго у нас проникновение идет, 65%. И я думаю, что на 100% мы там дожидаться не будем, наверное. И на 100% будем нападать. Но это будет уже в следующем видео, ребят. А на этом я буду с вами прощаться. Увидимся. С вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока-пока.